Мне было приятно, если бы нашего президента сделали лауреатом Нобелевской премии мира, тем более, что есть за что. Понимаете, есть такая фраза, что дерево судит по плодам, и то, что война в Сирии, и я боюсь, что, может быть, и дальше на Ближнем Востоке, а может быть, дальше и где-нибудь на окраинах России не развернулась. Я считаю, что это большая заслуга Путина или его советников. Но если его советников, то значит его команда, хорошо, которую он собрал, она ему очень мудро сделала подсказки. Но я думаю, что это Владимир Владимирович. И мне приятно, что у меня такой президент.